600 американских военных прибудут в Польшу, Латвию, Эстонию и Литву для участия в широкомасштабных учениях, которые НАТО запланировало провести в ближайшие месяцы. Решение о проведении этих учений было принято в связи с событиями в Украине, сообщают зарубежные журналисты. Напомним, на прошлой неделе в НАТО решили существенно усилить охрану воздушного пространства, моря и суши в странах Восточной Европы, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России. По словам министра обороны Эстонии, решение о направлении военных в Эстонию является началом более широкого процесса передислокации сил Соединенных Штатов Америки и НАТО в Европе с учетом ситуации в области безопасности.